Здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Акамарачи. И сегодня в этом видео я бы хотел с вами поделиться информацией, как можно поймать густеру на реке Пре. Ну, думаю, все прекрасно знают, что иногда бывают у нас в заданиях квесты на густеру. Ну, или, может быть, вы просто хотите половить такую рыбку, знаете, вот спокойно посидеть, половить густеру. Я как бы в реале ловил несколько раз. Приятная рыба, мне вот, допустим, нравится густера, я ее люблю. И в рыбалке тоже очень люблю ее как бы ловить. И иногда бывает, вот спиннинг уже надоел, там карп и все такое же поднадоело, и там хочется что-то такое, да, вот густерку потаскать. Вот пришел, спокойненько сел, ловишь, но правда, вот по цене рыбка, конечно, сейчас посмотрим. Мне кажется, маловатая цена у нее. Да, как бы, ну, маловато все равно, мне кажется. Карась и тот больше стоит. Но для души можно спокойно посидеть, половить, тем более, если вам не нужны деньги, вы не гонитесь, вы это можете порезать на кусочки рыбы, потому что густера как раз в этих пределах ловятся, и это само то. Ну а теперь координаты. Координаты, как вы видите, вот сразу же возле базы, далеко ходить не надо, наш лагерь, машинка наша красивая, все стоит, фургончик, где мы рыбку продаем. Вот мы подошли, отличненько, вот к ряске, координаты вот. Карта, вот смотрите, все как бы вот тут все показано, да, то есть вообще все замечательно. И здесь закидываем сборка снасти, это уже вошло в традицию, я всегда показываю. Вот наш спиннинг на 8 килограмм, я его называю, я не знаю, вот стандартный спиннинг, начальный для новичков, то есть самое начало. 4 килограмма катушка, 5 кг леска, 15-граммовый у нас груз. Можете больше добавить груз. Размер крючка я один поставил, потому что и ловим, естественно, на сырный кубик. Почему размер крючка один? Ну, чтобы густерка клевала покрупнее. Единственное, вот мне попался один подлещик. Возможно, будет подлещичек перебивать, насколько я понял. Но не часто. Вот сколько я... Вот вытаскиваю, я все время вытаскиваю густеру. То есть один раз только попался подлещик. Поэтому в этот перебивов быть не должно. Тем более крючок первого номера очень хорошо отсеивает рыбку. И клюет она здесь достаточно стабильно. То есть как бы, ну, с периодичностью такой хороший клев. Можно спокойно посидеть половить. Это, по крайней мере, для меня, как я понял, это самое такое вот уловистое место по густере. На этой реке. Может быть, если вы знаете какие-то лучшие координаты, можете посоветовать в комментариях. Но для меня почему-то вот это место вот полюбилось как-то. Я даже не знаю, выразиться правильно. Здесь нравится больше всего, и она здесь клюет стабильнее всего. Поэтому пока пользуйтесь. Я считаю, что это очень хорошее такое место. И ловится она здесь хорошо. Как можете наблюдать. Уже три. Вот зеленый это уже зачет. Как бы зачет вот этого, как правильно называется, на крупного веса. От зачетной. Все поймали себя зачетной. И один вот маленький подлещичек. Я считаю, что это очень хороший результат. Тем более, если я эту игру постоянно сравниваю с реальной рыбалкой, то... Ой, с реальной, прошу прощения, с русской рыбалкой. Закидываем где-то вот примерно вот так, ну, в ямку туда стараемся. То эта игра выиграет вообще просто по всем фронтам, да, и тем более так вот ловить густеру в русской рыбалке у меня не получалось. Надо было сидеть, выжидать там часами, как дурак, знаете. А здесь вот отличненько, все великолепно ловится. Вот такой вот улов, ребятки, где-то за 15 минут времени. Получается густеры. Есть совсем маленькая, вот 146 грамм. А так в основном весь зачет. Сейчас на базу посмотрим, сколько это стоит. 15 минут игры. 13 рублей вообще ни о чем, но единственная отрада, можно порезать рыбу. В принципе, я это и так сейчас сделаю. Порежем. Вот смотрите, неплохо выпало по кусочкам рыбы. Кстати, прям очень хорошо. Прям ее стоит ловить чисто для кусочков. И могу сказать, что стоит, знаете, этот почему? Потому что сырный кубик 1,5 рубля за полтинник стоит.
Все, ребятки, на этом мой гайдик подошел к концу. Если хотите, ловите. Вот вы знаете еще одну точечку, на какую рыбу можете половить. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать видео, которые выходят. Всем покеда!